Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с притчами мира. Индюшка Муллы. Однажды мулла встретил на базаре человека, продававшего попугая, и спросил: «Что это такое?» «Попугай», — ответили ему. «Сколько он стоит?» 50 монет». Мулла, ни слова не говоря, вернулся домой, поймал индюшку и принес на базар. «Мулла!» – спросили его. «Сколько ты хочешь за свою индюшку?» 500 монет». «Ай, мулла!» – стали его урезонивать. «Ты с ума сошел, что ли? Разве индюшка может столько стоить?» Мулла указал на продавца попугая. «Вот он продает такую маленькую птичку за 50. Вы же ничего не говорите, а я оценил в 500 монет индюшку величиной с целого барана. И вы меня еще упрекаете. Разве моя индюшка не в 30 раз больше этого попугая?» «Но ведь это попугай, мулла», — сказал один из присутствующих. «Ну так что, а это индюшка?» «Да, но попугай умеет говорить, как проповедник». «Ну и что? Индюшка же всегда погружена в думы, как ученый. Что ж, по-вашему, лучше?» Вот такая притча. Она называется «Индюшка Муллы».